Студенческие отряды – это прекрасная площадка для проявления активности молодежи. Став бойцом отряда, понимаю, что здесь у каждого появляется возможность раскрыть свои лидерские качества, сформировать профессиональные умения и навыки, обрести друзей, осознать свою значимость и важность. Бойцы студенческих отрядов БРСМ города Бреста подвели итоги третьего трудового семестра. За летний период только в областном центре свыше 1000 человек трудоустроены по путевкам студотрядов. Я считаю, что Брест – это флагман не только в области, но и в целом, конечно же, в республике, потому что у нас есть педагогические отряды, которые себя зарекомендовали уже, так сказать, на республиканском уровне. Это новое поколение, которое трудился в национальном детском оздоровительном лагере в Зубренке. В этом году мы пересилили цифру 4000, вот, если взять по области. Я считаю, это хороший результат, причем, что мы не идем темпами только на количество, и мы всегда не упускаем качество, потому что каждый студенческий отряд, он имеет и командира, и комиссара, и бойцов. То есть понятно, что перед проведением третьего трудового семестра мы отсматриваем работы, потому что каждый студенческий отряд, который желает принимать участие в конкурсе, он предоставляет работы. У нас есть полностью выкладка отчеты, поскольку они получают заработные платы, сколько они провели идеологических мероприятий, какие мероприятия проводились и какой объем работ выполнен в рамках работы студенческого отряда. На церемонии торжественного закрытия прозвучали напутственные слова от гостей мероприятия, а также состоялось награждение лучших командиров, комиссаров и бойцов студенческих отрядов за их активность, нескончаемую энергию и, конечно же, за проделанную колоссальную работу. С приветственным словом к молодежи обратился управляющий делами Брестского горисполкома. Каждый раз, кто вспоминает свою молодость, больше всего мы вспоминаем студенческие отряды. И я, наверное, не один человек, который говорит об этом. Да, это сегодня площадка, где можно реализовать себя, вам, молодым, где вы можете пообщаться, где вы можете приобрести какие-то профессии или увидеть, узнать эти профессии. Это здорово. Действительно, студотряды Бреста – это одно из самых увлекательных направлений деятельности городской организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Студотрядовское движение, объединившее воедино в семью сотни молодых брещан. Трудиться в составе студенческого отряда – это ответственно и почетно. И с этим однозначно согласны наши бойцы студотрядов. В этот год мы работали на проекте «Атлант» в Минске. Производили холодильники, общались с ребятами. Сам проект включался порядка 15 отрядов. Со всей страны ребята приехали, мы с ними непосредственно взаимодействовали, узнавали чего-то нового у них, набирались опыта. Мы работали в лагере «Орленок», это Жабинковский район у нас здесь. Мы работали две смены, третью и четвертую. На третьей смене у нас в отряде было 28 человек, на четвертой смене 23 человека. Это Стюарт, наш талисманчик. Он у нас появился тоже этим летом. Нам его подарили комитет БРСМ городской и университетский вместе на 1 августа, это на День белорусских студенческих отрядов. Временное трудоустройство в составе студенческих отрядов решает не только материальные вопросы молодежи, но и повышает социальную активность молодых людей, создает условия для общественно полезной деятельности, воспитывает уважительное отношение к работе. Студенты все-таки, да, очень ответственно относятся к возложенным на них обязанностям. И, соответственно, в дальнейшей работе, я думаю, любой наниматель, куда они устроятся на работу, будет только положительные эмоции испытывать от таких работников. Мы не первый год сотрудничаем. Мы вообще с БРСМ уже, наверное, четвертый или пятый год сотрудничаем. И всегда плюс-минус около 100 человек трудоустраивали. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».